Мягко говоря, не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас с комментаторской позиции. Немецкая Бундеслига в прямой трансляции на ваших экранах. Сегодня дортмундская Боруссия сыграет против Дюссельдорфа. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке, и я предвкушаю хорошую результативную игру. Дортмундская Боруссия играет и набирает в этом сезоне с несвойственной себе натужностью. Не идет игра. Да, сезон в самом разгаре, а команда, которую называли одним из претендентов на титул, никак не может набрать необходимые кондиции. Дортмундская Боруссия вышла на поле в следующем составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без... И этот штрафной может быть очень опасным. Только-только началась игра и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожно. Марко Ройс будет пробивать этот стандарт. Может получиться опасно. Ройс! Не застать врасплох вратаря таким ударом. Уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде. Это главное. Великолепный удар, но вратарь ждал его и вроде бы без труда отвел опасность. Навешивает Ройс. Мяч достается вратарю. Делени. Марко Ройс. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Накрывают его прессингом. Отлично они в контрпрессинге сыграли и вернули себе мяч. Ройс. Оливье Жиру. Совсем немного не хватило точности этому удару рядом со штангой. Дуглас Коста. Серию удачных передач неплохо комбинирует Боруссия. Ройс! Да как он его взял, а? Это невероятное что-то! Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Великолепный удар, но и вратарь ведь не просто так зарплату получил. Неплохой удар, но вратарь на месте. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Навешивает с углового Марко Ройс. Очень непросто было атакующему игроку сейчас. Защита классно сыграла в этом моменте. И благодаря прессингу мяч мимо ворот пошел. Но, тем не менее, ударом эту атаку они смогли завершить. Пусть и не совсем опасным. Но хоть какое-то логическое завершение мы увидели. Теряет Боруссия мяч. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Дуглас Коста. Оливье Жиру. Ройс. Это мимо. Делени. Оливье Жиру. Коста. Оливье Жиру. Дуглас Коста. Забивать надо. Попадает мяч в ворота после удара. Гол не засчитан. Вне игры. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. Но
Ну куда же ты пас отдаешь? Вот это ошибка сейчас у вратаря и очень опасно может быть. Плохо с мячом обошелся Марко Ройс. Мощно он сыграл сейчас. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хороший пас во фланг. Проходит он защитника. Мяч штрафной, может очень опасно получиться. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Удар! Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Ну, тут надо голевую передачу отметить с вами. Навес получился просто на загляденье. Оставалось его только замкнуть. Повтор гола нам показывают. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. 1-0. Сейчас будет веселее. Хорошо, он с мячом вперед идет. Ройс. Сегодня соперник должен думать дважды перед тем, как нарушить правила вблизи штрафной. Марко Ройс может послать мяч в девятку почти с любой точки. Ройс мастер. Наказать за фол – его талант. Хорошо в отборе сыграно, будет аут. Виктор Санчес. Без мяча Боруссия остается. Слишком сильным этот пас получился. Дуглас Коста с мячом. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Отличный сейв. Виктор Санчес. Идут они в атаку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ройс. Оливье Жиру. Отлично сыграно. Ройс. Сыграно жестко. Но в рамках правил. Хуммельс. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пока что не все получается, что задумывали они перед игрой, но времени еще очень много, чтобы изменить ход матча. Матч довольно-таки непросто складывается сейчас для Боруссии. Соперник смотрится посолиднее и доказал свою состоятельность счетом на табло. Но и в первом тайме есть еще время, чтобы попробовать что-то создать. Да и впереди еще второй тайм. Навес в середину штрафной. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Это предупреждение. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Пошла подача в штрафную. И Хуммельс выносит мяч. Тут его прижимают, не дают пространства. Лукаш Пищик. Судья добавляет 3 минуты. Можно забивать здесь. И это гол! Возвращает он в игру свою команду. Классный момент, и у нас снова ничья. Очень бодрый матч мы с вами смотрим. Повторяют нам забитый мяч. Все здорово они сделали. И главное, что счет они сравняли перед самым перерывом, что значительно повысит настроение в раздевалке. Снова равенство на табло 1-1. Катают они мяч. На перерыв уходят команды, пока 1-1.
Такой проливной дождь, конечно, должен внести свои коррективы в игру. Посмотрим, как используют такое состояние поля футболисты. Да, это действительно так, но погодные условия одинаковые и для тех, и для других. Поэтому никаких оправданий здесь неудачной игре быть не может. Классная игра в отборе, и за боковой мяч будут вводить. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Оливье Жиру. Покройс идет вперед. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Простили соперника, а ведь лидерство было так близко. Боруссия меняет игрока. Теряет Боруссия мяч. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Классно он мяч перехватил. Опасно! Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Джорджо Кьеллини. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Ройс. Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья. Льюис Бейкер. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Не получилось у них мяч удержать. Марио Гёдзе. Сделал. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не получилось тут толком мяч выбить. Играют они в пас. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. И это его второй гол в матче. И это дубль. Счет 2-1. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Тащит вперед мяч. Ну, что это за навес? В чужого игрока мяч попал. Дуглас Коста. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Ну, грузи в штрафную. Угловой в пользу Дортмунда. Они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Центр штрафной, мяч плохо подал угловой, мяч у вратаря. Мяч достается сопернику, тут явно не ожидал такого подарка. Без мяча Боруссия остается. Идет атака флангом, тут есть свободная зона. Мяч в центр штрафной летит. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. 20 минут до конца основного времени матча. Мяч из-за боковой будет введен в игру.
Теряют они мяч. Этот удар опасности для голкипера не имел. Марко Ройс. Пако Ройс идет вперед. Нарушение правил, и у него уже есть желтая карточка. Штрафной судья назначает, но желтую карточку не дает. А значит, и красный мы не увидим. Да, повезло парню сейчас, потому что горчичник-то у него уже есть. Ройс! Забирает мяч голкипер после очень даже неплохого удара. Пошли последние 15 минут. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Это было просто для голкипера. Мяч будет введен из-за боковой. Мац Хумельс. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Ройс. И как здорово вратарь играет. Очень громко сейчас на стадионе. Они не использовали момент и попробуют забить после этого углового. Он подает в центр штрафной. Плохой навес с углового. Не получилось тут создать опасный момент. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А там уже побороться. Дуглас Коста. Марио Гёдзе. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Могут навесить хозяева. Перекладина! Штрафную подачу есть там кому сыграть. Бюрки справляется с ударом. Играет в пас команда. По мнению Лайтсмана, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. Марко Ройс уходит с поля. Здорово он сегодня сыграл, сделал дубль и под заслуженные овации уходит с поля. Ашраф Хакими. Дуглас Коста. Делени. Гетси. Ходит мяч у них. Тащит вперед мяч. На ближнюю подачу пошла. Навес на деревню дедушки. Времени не так много у нас в игре остается, поэтому угловой сейчас нужно грамотно использовать. Не получилось мяч выбить, все еще опасная ситуация. Не прошел удар, защита на месте. Наверное, это их последний шанс доставить мяч вперед. Бить надо как можно сильнее. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Дуглас Коста. Марио Гёдзе. Отлично он играет сейчас. Ставит корпус, укрывает мяч. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Виктор Санчес. Игра закончена. Мне кажется, ни игроки, ни болельщики даже не заметили непогоду. Настолько классная была игра. Мы-то с тобой заметили, но это не помешало командам сегодня в тяжелых условиях показать хороший футбол. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind.
Danke für dieses Gespräch.